летопись благородных дел по охране природы. Несколько томов, я надеюсь, что то, что ты сказал, как раз конкретные дела, акции будут дополнять эту летопись, эту книгу. Она была издана в столетии Ленинаса в 1970 году. Думаю, здесь много что интересного. Интересно, что мы будем дополнять все эти наши общие дела конкретикой. Ну, дай бог, чтобы Союз ОМО России тоже вошел в один из томов и занял почетную позицию. Обязательно.